кстати, о часовых поясах. Мы традиционно привыкли гордиться их количеством. Потому что это казалось нам яркой иллюстрацией величия нашей Родины. Задумывались ли мы когда-нибудь по-серьезному? Насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей страной. Задумывались ли мы когда-нибудь по-серьезному? Яркой иллюстрацией величия нашей Родины. Задумывались ли мы когда-нибудь по-серьезному? О том, насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей страной. Кстати, о часовых поясах.